Единственной постановкой в России Северодвинский драмтеатр собирается открыть свой 77-й сезон. «Ловкий ход» – спектакль в двух действиях итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо. Постановку в наш город привезла московский режиссер Александра Федина. На генеральной репетиции сегодня побывала наша съемочная группа. Может быть, теперь ты мне скажешь, какая муха тебе укусила? А что мне с тобой разговаривать? Ты давно перестал меня понимать. Вот мама меня понимала, и только мама. Недопонимание между братом и сестрой, на первый взгляд, обычная ситуация в семье. Однако эта родственная неприязнь может перерасти в настоящую вражду и даже стать поводом для смеха. Так и получилось в комедии Эдуардо де Филиппо «Ловкий ход». Единственную в России постановку смогут увидеть северодвинцы в драматическом театре. Мы сейчас все немножко волнуемся. Для нас спектакль этот не совсем обычный, он такой несколько старомодный. Там очень много мелких всяких нюансов во взаимоотношениях, в разговорах, которые, ну, мы, в принципе, отвыкли от этого. Мы сейчас как-то более резко, более так, ну, целенаправленно все действуем. Спектаклем в стиле Италии 70-х годов Северодвинский драмтеатр откроет свой 77-й сезон. На сцене задействована практически вся труппа. Постановка московского режиссера Александры Фединой. Зрители ждет рассказ о запутанных отношениях в семье. Несмотря на ретро-стиль, комедия актуальна и в наше время. Одну из главных ролей в спектакле играет любимица северодвинских зрителей, актриса Анна Венгерович. Это уже не очень молодая женщина, которая живет вместе со своим братом. Брат ее известный реставратор, художник. Она живет только ради него, занимается только им. И собственную жизнь и собственное счастье она не построила, полностью посвятив себя брату. И все вокруг считают ее старой девой. Мне почему понравилась эта комедия, потому что это про семью, про семейные отношения. Плюс к этому, что интересно, в этой комедии есть много действующих лиц, и это тоже, между ними есть отношения тоже семейные. Допустим, вот есть соседи интересные, Альфонсо и Матильда, семейная пара, там очень интересные семейные отношения такие. Ну, знаете, классика жанра, когда муж с женой любят друг друга очень сильно все время ссорятся. Комедия интересна как для семейных людей, так и для молодежи, считает режиссер-постановщик. Посмотреть премьеру спектакля северодвинцы смогут 29 сентября в Театре драмы в 18 часов. Дмитрий Ефимов, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска.